Сегодня среда, 13 мая. Смотрите выпуски. Ну а как здесь жить? Две стороны одной медали. Продолжение истории одного барака в сюжете Анны Ахметовой. Новые меры поддержки населения. Выплаты получат все семьи с детьми. Правда, суммы у всех разные. Расскажем, кто может претендовать на деньги и как их получить. Сколько составит штраф за нарушение масочного режима, ремонт федеральной трассы и кого разыскивает полиция? Расскажем через несколько минут. Всем здравствуйте! Сегодня съемочная группа телеканала «ОСА» будто побывала в другой реальности. Это не место, в котором хочется жить. Это место, лишь бы потолок на головы не рухнул. Хотя чего там рухнул? У жителей по адресу Льва Толстого, 32. Вы знаете, не берусь судить, но такие виды реально олицетворяют всю прогнившую систему в нашем городе. И если вы все еще жалуетесь на плохую жилплощадь, то обязательно загляните в дом по адресу Льва Толстого, 32. Обвалился, мягко сказано, рухнул так, что Леонид Николаевич думал, что небеса разверзлись. Скоро через щели в доме улицу видно будет, рассказывает мужчина. Обвалилось 3 дня назад. Свет! Она вот в больницу возила девчонки. Думали, ребра сломали, а ее это просто ушибло. Получается, потолком ушибло? Да. Это... Ну, зафиксировали, все. Ну, а как здесь жить? Тут придавит просто и все. А скажите, когда дождь? Когда дождь, тут все течет. Тазики, банки стоят. Я так понимаю, что... Туда залазить страшно, там наступишь и провалишься сюда. Как туда лезть и делать, я не знаю. То есть по всему дому, я думаю? По всему дому, конечно. Вот на первый этаж можете зайти и снять. На первом этаже вот такая же ерунда. Больше 2 лет прошло с нашей первой встречи с этой трущобой по Льва Толстого. За это время барак еще больше стал напоминать дом из жанра хоррор, который нагоняет ужас на всех жителей. Ни света, ни удобств, ни шанса, по словам людей, на нормальную жизнь. Сейчас в бараке, как говорят люди, живет несколько семей. В общей сложности человек 20, из них половина несовершеннолетних. И нет никому дела до их горя дома. С 2012-го барак в статусе аварийного. Сегодня его и аварийным назовешь с натяжечкой. Вонь, гарь. И во всей этой вечной тьме и облезлых гнилых стен нет лучика света. Ведь есть и другая сторона. Это нежелание людей помогать самим себе. Долги за квартплату, кругом бытовой мусор. Из частых гостей только дворовые коты и голуби, которых тут больше, чем жильцов. В июне прошлого года стало известно, что барак должны расселить до конца 2020-го. Но судя по таким картинам, не факт, что этот дом доживет до зимы. И не факт, что их все же переселят. Так говорят люди. Ведь они просто перестали верить не только во власть, но и в себя. Самих. Анна Ахметова, Вильдан Калимуллин, телеканал ОСА. За нарушение масочного режима ачинцев будут штрафовать. Заплатить за отсутствие средств защиты придется столько же, сколько и за нарушение режима самоизоляции. Для физических лиц за первое нарушение до 3000 рублей, за повторное – до 5000. Для должностных лиц – до 30 и до 50 тысяч рублей. Для юридических – до 200 и до 400 тысяч рублей. Теперь в обязательном порядке граждане будут обязаны носить одноразовые или ватно-марлевые маски, респираторы или заменяющие их текстиль. Стильные изделия. Носить их следует в общественном транспорте, такси, на остановках и в помещениях. Напомним, в Красноярском крае режим самоизоляции продлен до 31 мая. Вачинский пенсионер отдала мошеннице 40 тысяч рублей, предварительно сняв их со счета в банке. Мошенница даже помогла пожилой женщине дойти до ближайшего отделения. На видео злоумышленница в розовой шапке. Как сообщают вачинской полиции, к ним обратилась 73-летняя местная жительница. Она рассказала, что к ней домой пришла незнакомая женщина и сообщила ложные сведения о ее сыне, который находится в местах лишения свободы. Поверив злоумышленнице, пенсионерка отдала все деньги. Созвонившись с сыном, женщина узнала, что никаких денег через 3 этих лиц он не просил. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Санкция данной статьи предполагает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы. Если вам что-либо известно о местонахождении злоумышленницы, просьба обратиться в дежурную часть по телефону, указанному на экране.
В Ачинском районе начался ремонт федеральной трассы. Ремонтный участок протяженностью почти 8 километров начинается сразу же на выезде из города по направлению на Боготол. Ремонтом дороги занимается Ачинская ДРСУ. И по контракту начать они должны 1 июня, а закончить до октября этого года. Предполагается уложить щебеночно-мастичный асфальтобетон, ремонт труб и водосточных сооружений. В связи с ремонтом движение на этом участке будет ограничено. Проезд организуют по одной полосе. Для удобства водителей установят светофор. Добавим, что дороги в районе относятся к федеральным, и их ремонт финансируется с краевого и федерального бюджетов. Двум школам Ачинска в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне присвоены имена героев Советского Союза. 13-я школа будет носить имя нашего земляка ачинца Валентина Ипполитовича Манкевича, а школа номер 16 – героя Советского Союза Ивана Адамовича Лапенкова, который проживал и работал в нашем городе. Всего 20 школам края присвоены имена героев по всероссийской акции «Имя героя школе». Сеть губернских аптек рекомендует в весенне-летний период дополнить свою домашнюю аптечку антигистаминными средствами, солнцезащитной и уходовой косметикой, а также репеллентами от насекомых. Губернские аптеки находятся по адресам Свердлова 19, ЮВР 48 и Декабристов 27. Суши-сан дарит подарки. Скачайте приложение и получите ролл «Калифорния с лососем» в подарок за первый заказ. Вас ждут новые наборы по привлекательным ценам. Приложение «Суши-сан кимчи» доступно для скачивания в Google Play и App Store. Ачинск. Антикризисные цены на мясо в Енисей-Агро. Лопатка от 209 рублей за килограмм. Колбаски гриль от 225. Шея от 340. Ребро от 145. За мясом только в Енисей-Агро. Улица Кирова, 3. Край база. Склад 10. Межкомнатные царговые двери с гарантией до 5 лет по суперцене в Формике. Компания Синт представляет новый тариф «Интернет плюс ТВ». 60 мегабит в секунду, более 100 ТВ-каналов в высоком качестве, неограниченный просмотр видео на YouTube и Иви. И это всего за 500 рублей в месяц. Подробности тарифа спрашивайте в офисе оператора. Самоизоляция и падение рубля сильно ударили по малому и среднему бизнесу. Телеканал «ОСА» готов поддержать ачинских предпринимателей и помочь не растерять покупателей и клиентов. Скидка на размещение рекламы 50%. Всего за полцены интерес к вашим товарам и услугам не исчезнет. Звоните 63-85 или 8-906-910-81-25. Пишите в группу ВКонтакте. Телеканал «ОСА». Вместе мы справимся. Накануне президент Владимир Путин распорядился о новых мерах поддержки самозанятым, малому бизнесу и семьям с детьми. Остановимся на последних. Сейчас расскажу, кто имеет право на выплаты и как их получить. 15 тысяч рублей. На эту выплату могут рассчитывать вообще все семьи, где есть дети до 3 лет. То есть семьи, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020. Обратиться за назначением выплаты можно уже сегодня и до 1 октября 2020 года через портал госуслуг. Необходимо заполнить заявление, понадобится только свидетельство о рождении ребенка. Также нужно указать банковские реквизиты, 20-значный номер личного и корреспондентского счетов, а также БИК. Номер карты здесь не подойдет. И дождаться положительного решения по заявлению.
Семьи, воспитывающие детей от 3 до 16 лет, могут рассчитывать на разовую поддержку в виде 10 тысяч рублей при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 года. Эта мера поддержки распространяется на все семьи. Обращаться за ней тоже следует через портал госуслуг. Необходимо только свидетельство о рождении ребенка и банковские реквизиты. Кстати, подать заявление можно уже сейчас и до 1 октября. Выплаты начнутся в июне. По 3000 рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка положены семьям, где родители временно потеряли работу. Важно, эту выплату будут назначать дополнительно к основному пособию по безработице одному из родителей, который потерял работу и зарегистрировался в центре занятости с 1 марта 2020 года. Также безработным родителям с детьми до 1,5 лет вдвое увеличат минимальное пособие по уходу за ребенком. Собирать дополнительные документы не нужно. Увеличенную выплату начислят автоматически. До конца 2020 года максимальное пособие по безработице повышено до 12 130 рублей в месяц. Подробную информацию можно получить в Центре занятости населения по телефонам горячей линии. Семьям с доходом меньше одного прожиточного минимума на каждого, где воспитываются дети от 3 до 7 лет, полагается отдельное пособие. Эта возможность появится с 1 июня. Семья, подав заявление уже в июне, разово получит все причитающиеся деньги за первое полугодие текущего года. В среднем это 33 тысячи рублей на одного ребенка. И такая семья в дальнейшем будет получать регулярные выплаты уже ежемесячно. В среднем по стране это порядка 5,5 тысяч рублей на одного ребенка в месяц. Если в семье несколько детей в возрасте от 3 до 7 лет, пособие назначат на каждого ребенка. Чтобы посчитать, положена ли вам такая выплата, просто сложите официальные доходы семьи за последние полгода и разделите их на количество членов семьи. Если доход на одного человека не превышает прожиточного минимума, ваша семья имеет право на пособие. В Ачинске наблюдается активность клещей. Только за прошедшую неделю в городе клещи покусали 160 человек, в том числе и детей. Так нам сообщили в Роспотребнадзоре. Большинство случаев укусов клещей зафиксировано в садовых обществах. Отметим, что 10 человек обратились в больницу по причине укуса клеща именно в городе. Где территориально в городе произошли подобные случаи, не сообщается. Когда состоится обработка клещей и какие районы города будут обработаны, нам пояснили в управлении Роспотребнадзора города. Завтра вот на этой комиссии все вот эти проблемные вопросы будут решаться. То есть как, где, то есть какими методами, способами. Садовые общества, люди тоже должны знать. То есть он едет в сад, он может заключить договор, у него обработка будет там. Мы завтра вот как раз это все будем продумывать, как это все сделать. Обращаем внимание, что если вы обнаружили на себе клеща, вам необходимо обратиться в скорую помощь, и медицинские работники снимут клеща. Если же вы справились сами, но хотите узнать, являлся ли клещ переносчиком инфекции, то вам следует обратиться в Центр гигиены и эпидемиологии города по адресу Льва Толстого, 23, первый этаж. Школы досрочно завершат обучение. Правда, не по всем предметам. Такое предложение поступило из Краевого министерства образования. Школам предлагают завершить дистанционное изучение музыки, ИЗО, технологии, ОБЖ, физкультуры, литературы и еще нескольких дополнительных предметов. Коснется это учащихся с 1 по 9 класс. Неосвоенную часть учебной программы перенесут на следующий год. Также часть уроков на сентябрь перенесется и у девятых классов. По всем остальным предметам продолжится дистанционное обучение. Однако в министерстве настоятельно рекомендовали сократить объем домашних заданий. А мы спросили у учителя английского языка из 18-й школы Лусине Джангирян, как проходят ее уроки в режиме онлайн. Ведь для ее учеников обучаться по интернету – привычное дело. Дело в том, что на связь с ачинскими школьниками выходят ученики школ заграничных – США, Колумбия, Мексика, Армения, Индия и многие другие. Если для учеников практически ничего не изменилось, то для педагога, говорит Лусине, работы прибавилось. Да, работы, конечно, прибавилось, я бы сказала, в несколько раз.
А почему? Потому что, ну, во-первых, мы не привыкли к такому режиму, и такого, в принципе, никогда не случалось. В школе на обычном уроке, ну, к примеру, учитель может опросить 5-6 учащихся, остальные слушают, в том числе корректировки учителя. А здесь же приходится собирать работы абсолютно всего класса или у всей подгруппы. И каждый день буквально сыпятся работы на все платформы. Все это надо успевать проверять, а выставлять оценки, разрабатывать новые задания, а выставлять на различные платформы. Никто не отменял человеческого общения, как говорится, и этого, поверьте, чисто человечески не хватает. И не хватает не только нам, но и детям, и это очень прямо сильно видно. На онлайн-уроках дети такие живые, такие веселые, они так активно машут друг другу, поэтому очень сильно не хватает простого человеческого общения и эмоций. Добавим, что по всем вопросам дистанционного обучения и работы учебных заведений родители могут обратиться на горячие линии. Телефоны вы видите сейчас на экранах. Наталья Солодовник, Александр Сиделев, новости телеканала АСА. Спонсор прогноза погоды – компания «Теплодом». Создай свой домашний уют в компании «Теплодом». Оборудование для отопления, водоснабжения и канализации. Профессиональный расчет и подбор качественной продукции. Ждем вас по адресу Декабристов, 44, телефон 5-86-40. Просто показывайте правду, показывайте народ, показывайте, как мы живем. Ну, что вам желаю? Желаю вашим телевидениям процветать. Спасибо.